В нашей стране не хватает детских окулистов. Об этом сообщили в Таразе на конгрессе офтальмологов Казахстана. По словам врачей, в стране работают всего 164 офтальмолога, а должно быть 600 с расчетом на 6 миллионов детей. Проблема требует незамедлительного решения, так как наблюдается рост глазных заболеваний. Особенно на это повлияло дистанционное обучение во время пандемии. Дети постоянно использовали компьютеры и различные гаджеты. Показатель глазных заболеваний у детей вырос на 70%. Поэтому, по мнению участников конгресса, чтобы покрыть дефицит кадров, необходимо выделить гранты на подготовку детских офтальмологов, а также восстановить школьную медицину. Непростая ситуация и с трансплантацией, проводимой при глазных заболеваниях. Сегодня на листе ожидания почти 2000 пациентов с какими-то дефектами, бельмами роговиц. И самое страшное, из этих 2000 порядка 10%, даже больше, что-то около 300 детей с дефектами роговицы ждут этой операции.